Здравствуйте. Вы знаете, мне нужны книги не для чтения, а для декора. Мы сдаем дом, и там надо просто на что-то как-то какие-то книжки поставить, чтобы у них корешки были. Как... Какого времени, какая сумма и какое количество? У нас 5000, но вот что может такое, чтобы корешки были, как будто бы старые или что-то в этом духе. Старые антикварные или букинистические, или советские? Нет, не советские, гораздо раньше периода. Я хотел бы понять, вот это какой-то будет объем на эту сумму. Уж извините, что я так о книгах так говорю, потребительски, но говорю как есть. Ну, если вот совсем простые такие... Мне главное, чтобы корешки были такие... Букинистические, допустим, советского времени, они могут быть совсем недорогие. Вот такого плана. Пройдите сюда. Да. Вот. Сразу нет, извините. Вот. Да. То, что поинтереснее, допустим, там в 1000. Угу. Вот да. Стоит там Лесков, Данилевский, да, Тургенев. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот написано на Лесков, и он так веревочкой обтянут, и цена 4500. Это за все. За 10, то, что веревочка да. Обтянута. Нет, вот за эти там 10 тому, по-моему. Да, ну которые. Да, да. Данилевский то же самое. 2,5, да. Угу. Вот Тургенев такие полукожаные корешки, да. Он, по-моему, 5. Вот, ну, по фактически по 1000, которые. Еще если вот как бы по 1000 за перекресток. Вот как Тургенев, вот именно внешне, вот чтобы вы понимали, да. Вот. Тургенев для декора слишком хорош. Ну, а если мне предложите что-то подешевле, я буду вам признателен. Ну вот именно вид такой. Ну, согласитесь, да, вот эти корешки, они видно, как будто такие потрепанные временем. 3500, 5 томов. 5 томов, да, чтобы я ориентировался, да. Скажите, такого, чтобы нет, еще что-то есть? Ну, вот или это все финальная история? Значит, слова. Он какие рваненькие. Вот этот вот энциклопедический. Вот они по 1000 за. Да. Вот эти. Они, это вся полка по 1000? Или ну, до какого-то... Ну, плюс-минус, да. Ну. Да. Угу. Смотреть, да, да. Как бы объемные, угу. По 2 они по 2, но можно по 1,5. Да, да, да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот эти, которые с левой стороны от вас, это вы сказали словари все? Это да, это словарь Брагаус и Ефрон, отдельные тома. Ага. Как бы вот здесь вот еще, но... Так, вот я вижу Тургенев, но он 9000 стоит, то есть можно добавить. И будет Тургенев, а не словарь. Вот. Ага, хорошо. Я все понял. Скажите, у вас что-то в районе визитки есть или нет? Да. Потому что я здесь приехал в клинику с матерью и с удивлением обнаружил ваш магазин. Вот. И вот у меня еще вопрос один родился. Скажите, вот ну, сейчас вы уберете. Я смотрю, вот это может быть подешевле Мельника Печерского. 2000, вот 4 тома. Ну, тем не больше понравились корешки. Скажите, вот это вот первая полка и вторая полка. Вот, скажем, вот я вижу, что здесь корешки оборваны. Вот мне вот заинтересовало вот именно вид корешков. Ну, просто пройти сюда, посмотреть, где в каждой книжечке есть цена. Но здесь все недорогое. Вот. Может быть, объемом взять, понимаете? Какая история. Дурачки любят все это сейчас, которые снимают у нас. Ну, вот. Им надо дать. Но это эпоха, естественно, послереволюционная. Ну, так, чтобы я просто понимал. После начала 20-х годов. Да. Вот, в принципе, устроило. Хорошо. Спасибо вам большое, что, так сказать, показали. Сможете мне, может быть, написать что-то или уже готовое есть? Вы знаете, я какой декор видел? Вот каминная топка, часть чугунная, с орнаментом. Она, значит, именно, ну, просто как вот это внешний облик. И вот там она используется как книжная полка, и вот там наложены книги. Еще выглядит, конечно, прекрасно. Не внешне. Положено, наверное. Ну, они положены. Ну, понимаете, они, ну, положены, может быть, даже поставили. Они в разнобой лежали там. Поэтому тут сложно сказать, как лучше. С 10 до 18 мы работаем только по будням. Там да, телефон я понимаю. Есть, если что, звоните. Хорошо. Всего доброго, спасибо. Да, здравствуйте. Нет, знаете, зашел посмотреть. Да, спасибо. Извините, вы не подскажете, до скольки вы сегодня работаете? Ну, вот, храм. Вообще служба в 5 начинается. Где-то, ну, сколько, полтора часа, наверное, такая простая служба. Вы знаете, я хотел с матерью зайти, здесь клиника недалеко геронтологическая, она там, я просто время коротаю. А мне женщина, которая на КПП, она говорит, сходи в храм. Говорит, уникальное место, говорит. У нас уникальное место, очень много мощевиков. Да, она так сказала, да. Есть шип из тернового венца, есть часть древа стола. А где это расположено? Вас не затруднит? Не затруднит, просто не перекрестись, но даже вошли. Ой, извините. И у нас не а как правильно сделать? Не перекреститься хотя бы. На входе? Ну хотя бы на алтарь перекреститесь. А алтарь где? Ну прям. Вот это? Ну, я же крещеный, по сути дела-то. Перекреститесь. Да, извините, что вас отвлекаю. Не, я бы показала, рассказала, просто да уж. Вот. Можете приложить, если вы крещеный, шип из тернового венца и спаситель. Вот, видите, прямо? Да. Так, и вот там время. У нас Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунтский, Алексей Божий человек. Если вот к вере вам надо прийти, да, вот он помогает. Вот большая икона Тайной Вечери, там частичка древа. Вот если посмотрите, вот прямо. А, прямо передо мной. Извиняюсь. Вы видите вот Тайной Вечери, да? Да, Господь я вижу. Среди апостолов. Да. Вот там вот, когда стол, вот торец стола, видите, внизу крест и коричневая частичка древа стола. Вот. Рядом мощевик стоит Киприан и Устинья, если какие-то вот есть злые люди, колдовство, еще что-то к ним приходит, обычно ставят это. Кто-то читает, кто-то качественно читает. Николай Чудотворец у мужчин есть, так что приходите. Желательно, конечно, между службой. Конечно. Нет, я буквально там она освободится сейчас, и я хочу с ней прийти. Свечку поставьте, посетите. Нет, она-то больше меня разбирается. Ну, Спиридон Тримифунтский, вы знаете, да, имущественные проблемы, финансовые проблемы. Вот, я ничего не знаю. Николай Чудотворец. Я просто читаю, когда если знаете какую-то молитву, вы можете как-то хорошо найти в телефоне, как-то. Скажите, пожалуйста. Пантелеимон, если мама у вас болящая. Да, конечно. Вот святитель Пантелеимон, великомученик Пантелеимон. И там вот над ларцом, если видите, кружочек такой, да. Это частичка мощей. Мама может приложиться. Вот еще икона у нас на новой, прямо на древнюю икону 1890 года с Афона, с Афонского русского скита. Это вот это извините, да, снизу? Да. Нет, не снизу. А вот, здесь вот. Вот это вот. Да, называется «В скорбях и печалях утешений». Очень много святых, то есть Пресвятая Богородица, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов, святитель Николай, Спиридон Тримифунтский, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский. А здесь же перстни какие-то еще? Ну, это когда в честь какого-то, вот, если была... Первый раз вижу. Нет, почему? Очень много, когда иконы чудотворные, люди приходят и благодарят. Я понял. Да, это список чудотворного списка, то есть сама икона какого-то там древнего века, боюсь сказать какого, там совсем древнего. Да. То есть там на Афоне сейчас список, чудотворный список, кстати, древний совсем. Вот. А это список этого списка. Вот привозил его Игнатий Серебряков, это такой был до революции, был такой меценат. И вторая такая икона есть, но она, по-моему, на греческом внизу написана, тропария, она в алтаре Никольского собора, в алтаре ее выносят вот крайне редко. У нас можно предложить, их всего, то есть их мало. Их всего 2 получается, да, то есть это вот такая тоже у нас святыня. Ну и вообще как бы мощевики, у нас очень много мощевиков, и Мария Египетская есть, и... из редких, да, Константина и Елена. Как маму зовут? Может быть, Ольга. Ольга есть. Ольга, мощевик. Ольга равноапостольная, которая вот в этом проеме. Да, я и скажу. Думаю, что мы с ней придем. Завтра, если будет Татьяна, выставит к вечеру, выставит и мощевик с Татьяной. Спасибо вам большое. Скажите, вот 2 полотна вот на личной площадке. Это забыл, как вы... Это... Дарья, да. Это оригинал, да. А в советские времена здесь, извините, что было? До революции это был храм, был Вот у нас есть новомученик российский, философ Арнольский, это первый настоятель. Это его сыновья, они мученической смертью погибли при советской власти. Здесь вот, на самом деле как бы храм был воздвигнут, когда было крушение поезда царского. И семья как бы чудным образом она спаслась, император держал на своих плечах, да, вот эти рушившиеся все конструкции, да, семья спаслась. И в честь этого события было решено сделать храм. Приходилось как раз на вот это событие, по-моему, если я ничего не путаю, если на день памяти Андрея Критского, не тот, который написал канон, а другой, есть еще священномученик Андрей Критский, он еще более древний. Вот, и решено было вот в честь него это. Почему на окраине города? Ведь обводный канал это была раньше окраина города. Это было здание госзнака. Нет, не странно. Это было здание госзнака, было решено на частично на деньги госзнака, частично на деньги пользователя, частично на деньги, значит, меценатов. Да, и поскольку это была вся территория госзнака, то есть она еще вам дальше была. Не так-то много территорий, наверное, было к концу 19 века, свободно, где можно было храм возвести в центре. Здесь просто требовался храм, и решено было здесь, поскольку как бы храм все равно, наверное, возводили бы, да, поэтому решили, что как бы вот еще такое событие. И на втором этаже у нас сейчас галерея, а там раньше были ясли для работников. То есть женщины приводили своих ребятишек, да, наверху, сюда наверху храм, да, настоятель философ Арнацкий. То есть вот эти детишки очень удобно оставляли. Я просто к тому, что насколько все было это вот душевно, насколько это все было в византийском стиле, цвета. Это большая редкость на самом деле. Цвета священномученика, вот бордовый и зеленый, да. То есть у нас даже когда вот праздники какие-то, да, то есть священномученики, то обычно даже цветовая гамма венков, цветов делается, композиции делается в таких тонах. То есть, да, это не просто так захотели зеленым цветом нарисовали. Я только думал. Нет, нет. Думал, чисто художественный такой инструмент. Остались фотографии. По фотографиям было, по-моему, 2008 год. У нас раньше была здесь экспозиция, да. Вот там сейчас написано, что делали реставрацию. Просто реставрация закончилась так давно. Эту часть реставрировали потолочную. Расписывали, да, и поэтому великолепно. Икона у нас с Афона, то есть на Афоне монахи писали. Ну, где-то же собрали, так сказать, уже не только в современном исполнении иконы, а ведь же здесь же ничего не было во время, так сказать, советской власти. Вероятно, что-то вот из древних, вот у нас Андрей Критский, да, наш как бы святой, вот там древние иконы, вот древние иконы, то есть какие-то иконы были, просто мощевики, да, которых у нас действительно очень много, и это очень благостно. Вот некоторые приходят, знаете, просто посидеть. Есть такой у нас прихожанец, он его смотрел, думал, придет и сядет. У него перерыв обеденный. Ему так, видимо, хорошо, и вот он такой благости сидит. Ну, конечно. Тут уж я понимаю его прекрасно. Да, ну просто как бы вот весь Николай Чудотворец, да, Спиридон Тримифунтский, Дмитрий Солунский, Георгий Победоносец. Ну, то есть вот как бы столько мощей, столько мощевиков. Это у нас ктитор, конечно, да. Он член Афонского общества и, в общем, только благодаря ему. Иногда открывают мощевики. А если у вас страждущие есть, пьющий кто-то, у нас и мощи святого Ванифатия. То есть пьющие, наркоманы, громаны, все маны, да? То есть по воскресеньям у нас есть акафист, и если у вас как бы вот, кто-то страдает, то можно приходить попить акафист. Вот. По субботам у нас акафист есть в Матроне Московской, там тоже в иконе мощевик. И через неделю «Отрада и утешение», икона Пресвятой Богородицы. Здравствуйте. Да, интересно. И у нас еще есть на той стороне, на Ладыгиной, есть музей христианской культуры. Очень интересный. Если мама у нас пенсионер, то ей в полцены. И первый вторник каждого месяца бесплатно. Но, правда, там без экскурсии, там экскурсии это отдельно. А есть еще вот такая интересная вещь, если у вас как бы время позволяет, если нам интересно. То есть я бы, конечно, рекомендовала, потому что это очень интересно. Вот здесь такая экскурсия православная, которая затея в Петербурге. Здесь не только наше подворье с экскурсией будет, но и музей с экскурсией. И Константино-Еленовский монастырь, это под Репино, то есть самим добраться сюда очень тяжеловато. И плюс еще Линтула. Это тоже как бы такой, знаете, на Корейском перешейке маленький такой финский бывший храм, да, сейчас он как бы вот он тоже к нашему монастырю относится, ну как-то. Вот, и то есть это все вот в одном туре, все как бы вот за один раз посмотреть, очень потому хорошо. Что это в разные, как бы очень неудобно добираться. Я с вами согласен. В Константино-Еленовском монастыре тоже очень много святынь. Вообще, в принципе, там такое вот тоже благостное очень место. В Санкт-Петербурге, интересно. Так что как бы здесь бывают экскурсии, если внизу там спросите на охране, там есть телефон, можно позвонить, узнать, и то есть набирается группа и приходит за пожертвование, можно здесь послушать. Вот. Так что приходите, маму приводите. Я сегодня приду. Сами послушаете, вот в храм я имею в виду сегодня. Естественно. Еще у нас есть, если какие-то требования, есть у нас поскольку мы при монастыре, там же действующий монастырь, монахи. То есть есть у нас псалтирь усыпаемый, можно подать, в монастырях читают монахи. И можно заказать 4 акафиста. То есть такая требование, с одной 300 рублей. Ночь читают 40 дней, то есть на неделе 4 акафиста. То есть 4 акафиста, еще 4 акафиста, еще 4 акафиста, пока 40 дней не закончится. Значит, это Константин и Елена, Спиридон Тримифунтский, все царицы из Котуболящей и Николай Чудотворец. То есть вот 4 акафиста, это вот одно имя, будет 40, как бы 4 акафиста на неделе, 40 дней вычитывается. То есть тоже хорошее очень требование. Вот, так что имейте в виду, приводите. Спасибо большое. Сегодня, спасибо. Можете мне один эспрессо сделать? Эспрессо? Да, один, да, для меня. Сделайте, пожалуйста. Ну, у нас как, он идет один, то есть, но... Да, я понимаю. А что? Ну, просто эспрессо, да. Да, просто эспрессо. Да. Да. Хорошо. Очень хорошо. Пока наличные, если не возражаете. В светофоре купил за 800 рублей. Спасибо. А вы знаете, как я их пришел к их покупке? Стою я, никого не трогаю, смотрю, подъезжает черный Лексус. И выходит месье, я бы даже сказал, да, джентльмен из Лексуса черного. В таком же это прикидоне, как у меня длинный. Ну вот, ну курточка у него была, понятно, получше, но такой же длинный. И в желтых сапогах. Да я думаю, сапоги-то у него были поинтереснее. И я так позавидовал, думаю, нафиг мне его машина. А вот сапожки, думаю, вот это уже более исполнимая мечта, правильно? И спустя 2 года я их в светофоре купил за... 400 рублей. 400 рублей. Блин, классно, желтые. Знаете, в чем плюс? Они из очень классного материала. Да, они мягкие и теплые, да. 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 Резиновые сапоги, они... Ну, да. И плюс в них можно ходить вот по льду, вот по этому всему. Да, это правда. Резина все-таки же пропускает холод. Да, я здесь, у меня теплая стелька и шерстяной носок. Вот сейчас. Я хожу где-то до минус 10 в них. Вот. Ну, то, что в них тупо тепло. Не скользко? Нет, не скользко. Они уже подстерты, но не скользко. Такое литье резины. Ну, это даже не совсем резина, это какой-то материал, видимо. Да, такой какой-то. Вот. И желтый цвет всегда сочетается с темным хорошо. Желтый цвет с тем сочетается. Да. Вот смотрите, написано на спине, будем знакомы. Желтым на темном фоне. И сразу же какой-то амбьянс. Ну. Очень красиво у вас, я хочу сказать. Знаете, я зашел только по этой причине. Потому что я в витрину увидел камень, кирпич. Увидел, значит, полку вот эту вот деревянную с подсветкой интересной, точечной. Ой, ля-ля-ля-ля, я только сейчас заметил. Это прекрасно. Это как-то слэп? Слэп, да, слэп. Какое дерево название, вы знаете? Дерево забыла. Замудренно? Ну, значит, Карагач? Карагач. Это из Казахстана, Карагач. У меня мать из Казахстана, поэтому это великолепно. Да. Вы знаете, вот этот вот объем, я там тоже вижу слэп, он может стоить больше 100 000 рублей обработанные. Больше 100. Я не буду говорить сколько, потому что я сам не знаю, но от 100 и выше, скажем так, деликатно. Вот такие трещины интересные. Обычно их заливают чем-то, но я считаю, что и так хорошо. Ну, стереотипно. Я недавно смотрел кучу видео на эту тему. Я болел, вот, и делать было нечего. А? Да, я смотрел видео по этой теме. И я смотрел 2 вида видео. Ну, или вида видео, ну ладно, пускай так будет. Иностранцы, совершенно другой уровень эстетики. И русские. У русских эстетика мне не... В глаза бросать сразу. Знаете, как бросается в глаза? Там я американцев смотрел, у них как-то больше такое сочетание цвета, все такое. А русские берут этот слэп, заливают то ли синим, то ли что-то. Ну, банально некрасиво. Но мне... забыла, как называется. Что? Забыла, как называется. Смолой заливают. Смола, которая в стекло превращается, потом шлифуется и все. И вот эти вот щели имею в виду. А, это я не знаю, да. Какая-то у нее есть название со смолы. Если бы я не видел то, что делают американцы, я бы восхитился русскими. Но я-то видел, что американцы творят, и поэтому у меня восхищения не было. Плюс мы тоже изготавливаем из черной ольхи светильники. Из корня черной ольхи. Это большой дефицит. Она произрастает на заливе. Это олила, келамяки, терейоки. Но есть маленькие нюансы. Этот корень смолы должен быть, как сказать, обмыт водой Финского залива, Балтийского моря. Тогда он имеет интересный вид. Понимаете? Если не обмыт, это просто корень с корой. Ничего интересного в этом нету. Вот. Беги, вообще, мне очень страшно. Нет, она на больнице, у нас неделю должны быть почти. Я загляну в тот зал, можно? Просто интересно, вот я пойду и не посмотрю. А, маленький зал. Я думал, большой. Спасибо. Мне же нужно на неделю раньше закончить. Сдать экзамены неделю раньше. А если сейчас бегать, то вы знаете, побегу я дальше уже. Хорошо. А как мне на Рижский теперь выйти? замечательное вот